Знаете ли вы о том, что Владимир Владимирович Путин и его жена разводятся? Пусть разводятся. А как вы считаете, замешана ли в этом Кабаева? Алина Кабаева. Это олимпийский чемпион, что ли? Да. Думаю, что нет. Нет. А вот как вы считаете, справляется ли Владимир Владимирович со своими обязанностями президента? Конечно, справляется. То, что ему нужно, он все делает. Для себя. То есть на его месте вы бы хотели кого-то другого видеть или царя? Нет? Понятно. А вот как вы считаете, правильный ли он пример подает нашим гражданам, то, что у нас глава России теперь без супруги? Ну, как сказать, если честно, да, это мало ли что в жизни их не раздоры какие-то, а может шоу-бизнес какой-то у них, я не знаю, сейчас же модно там у них там туда-сюда пропиариться, как я не знаю. Просто я думаю, что это просто какой-то там, не знаю, какой-то тактический ход, что-то делает, не знаю. Может быть, скорее всего, я так думаю. Это мое мнение. То есть вы считаете, это специально сделали? Наверное, конечно, но не просто так же. Спасибо большое. Просто так в жизни ничего не бывает. Спасибо. Всегда что-то в жизни происходит.